Орехи не зря считают самой здоровой и полезной закуской на свете. Если ежедневно съедать хотя бы 3 орешка, результат не замедлит себя ждать. Вот список положительных изменений, которые врачи наблюдают у тех, кто регулярно включает в свой рацион миндаль. Кожа становится сияющей и увлажненной, так как в миндальных орехах содержится марганец. Он стимулирует выработку коллагеновых волокон, благодаря которым кожа становится гладкой и упругой. Кроме того, миндаль богат витамином Е, природным антиоксидантом, который борется с воспалениями на коже. Волосы наполняются силой, становятся упругими, поскольку миндальный орешек – это как поливитамины и минералы в одной банке. В нем есть все, что нужно для роста волос и укрепления волосяных луковиц. Токоферолы для роста, вся группа витаминов В для эластичности, цинк для здоровья кожи головы. Фигура становится более стройной, вы начинаете терять вес, а все потому, что миндальные орехи очень калорийные, но в них содержатся полезные растительные жиры омега-3, которые хорошо влияют на обмен веществ. Усиливает это действие клетчатка, которая тоже входит в состав орехов. В голове проясняется, потому как все те же жирные кислоты омега-3 и витамин Е из миндаля стимулируют работу клеток мозга и откладывают во времени его естественное старение. Сердечно-сосудистая система становится более сильной, ибо нет биения сердца, нет жизни, это знают все. Большинство из нас вообще не думают о его здоровье, в то время как некоторые продукты могут его убивать, а некоторые восстанавливать. Миндаль входит в пятерку продуктов, которые нормализуют уровень холестерина и поддерживают всю кровеносную систему. Желаю вам всех благ! Применяйте знания на практике, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.